Но если автомобилистов снегопад расстроил, то любителей активного отдыха наоборот обрадовало. Уже можно кататься на лыжах. Для подготовки лыжных трасс на острове Татыши в Красноярске приобрели специальные машины и устройства для производства искусственного снега. Помимо этого, в предстоящем сезоне на территории города будут действовать 26 лыжных баз. Инвентарь тоже закуплен. Цены проката пока будут от 50 до 250 рублей. Уже в первых числах декабря завершат заливку ледовых площадок. В этом году их будет 55. Это на треть больше, чем в прошлом году. Во дворах Красноярска обустроят около 100 спортивных площадок. Среди них 10 современных хоккейных коробок. В Красспорте отметили, что в этом году будет работать 60 инструкторов. Основным же центром активного отдыха по-прежнему останется остров Татышев. Я вижу, как все-таки горожане к этому относятся. Очень много звонков, писем. Залейте ту или иную территорию, дайте нам инструктора. И вот такое у нас очень хорошее складывается отношение с горожанами. Поэтому я надеюсь, что вот этот зимний сезон будет отличаться от других.